Последнее заседание Рязанской городской думы нынешнего года получилось весьма насыщенным. Депутаты рассмотрели около 50 различных вопросов. Среди них утверждение программы приватизации муниципального имущества на 2014 год, организация раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории города, а также вопрос о парковочных местах. Дело в том, что еще летом работники городской администрации обязаны были представить для обсуждения депутатам несколько вариантов проектов решения проблемы с парковками в Рязани. Кстати, недавно московские власти утвердили зону платной парковки в пределах всего Садового кольца, то есть теперь в центре столицы стоянка автомобилей стала платной. Эксперты полагают, что эта мера поможет решить многолетнюю проблему с парковочными местами. В Рязани же до сих пор депутаты Гордумы так и не получили от чиновников муниципалитета ни одного документа с вариантами решения парковочной проблемы областного центра. Глава города Андрей Кашаев попросил мэра Виталия Артемова разобраться и привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, срывающих сроки.